eSportBets.com. Уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. Ну что ж, всем привет, StarLadder TV с вами, NiP против MIM, первый ножевой раунд, собственно говоря, и пиксайд сейчас между командами будет, раз, все, вроде бы слышно, вроде видно, алло, и парни уже приступают к поножовщине. Ну NiP в составе Fofar, NZZ, Freiberg, Forest, Gidrite против мумов, которые не взяли квоту в Катовицу и вынуждены все свои силы тратить на StarLadder сегодня. Ну вот, как видим, не повезло им немножечко здесь сайдпиком, и они лишаются стороны защиты. Жесть! Да, это сулит большие неприятности для команды MIM, так как в атаке придется очень несладко, ведь за дефенс будут играть грозные шведы, а именно команда NIP. Знаем мы, что парни излюбно полюбляют набирать раунды за дефенс, и вот я не знаю даже, сколько смогут мимы взять в атаке. Ну, 10-12, наверное, смогут забрать за вообще суммарно всю карту, а вот за атаку, скорее всего, на 4 смогут надеяться. И сейчас парни из Польши, ну, в общем-то, не знаю, как оно будет здесь складываться, да никто не знает, но вот у Непов явно шансы тут очень-очень хорошие. Ну, посмотрим. Вообще эти команды еще не встречались, поэтому спрогнозировать очень тяжело, но думаю, в любом случае поляки будут мотивированы здесь дать бой шведам, так как именно шведская команда являлась, ну я не знаю, легендарной командой, которая шла 87-0 до приезда в Киев и попадания в финале на команду Virtus.pro, но тем не менее, так, закрыли сейчас пуш от Xista и выход вниз от Непов. Но тем не менее, размен 2 в 2. Ой, и продолжают атаковать мимы. И очень близки к взятию пистолетного раунда. Ну, сейчас вот сыграет Форест, выбьет. Да, вот она, бомба пошла. И 1-2 падает. Ой-ой-ой, ушел от первого, от второго. Тем не менее, хотят резать Гидрайт. И в итоге получает Ковальский щи. И в итоге Гидрайт еще и Лурда в салат закрошил на пленте. Хотя была инфа про вентиль. Что происходит? 1-0. Ну вот закончились несвоевременно патроны у Ковальского. Вынужден был доставать ножик. И Гидрайт моментально наказал своего оппонента. И после этого, оставшись один в один, взял без шанса в раунд. Вот так поворот. Поворот событий. Ну, без бомбы, самое главное, остались мимы, поэтому у Непов сейчас все будет в шоколаде. И обращаю внимание на Xista, который на маге пойдет топить в будку, наверное. Ну, походу, будет изи-катка. Не, в аркаду не пошел. Знает, что мимы ждут. Кстати, на там уже мечу и на цент. Ну, вот первый на цент. И, пожалуйста, изи-катка начинается от Xista. Кстати, не статрековский маг не поднабил. Фраберг помогает Xista, остальные улицы плюс маяк, никто в упор не лезет, Xista уже урабатывает ни сисика, ни за что, ни про что, мечу 1 хп, ох, ой-ой-ой, Xista, ну, всю банду просто собирает, остается один фраг до эйса, ну и давайте смотреть, сможет ли он здесь забрать Ковальского. Вообще, Xista, по-моему, сейчас пыхтит и пойдет все-таки на респаун, да, увидел, нет, не увидел руку. Дают тиммейты Xista, вот. Забрать последний фраг, но Ковальский очень собран и забирает Xista. Пытается потащить против Фрайберга, и на этом его эпопея заканчивается. 2-0. Вообще, что-то как-то мы очень-очень слабо разыграли. Составы команд, друзья, на этот матч. Митри Мейкерс, Лурд, Мичу, Гипер, Минисисок или Миниск, Иноцент, Непы. Но это все те же Непы, Xista, Фрайберг, Гидрайт, Форест, Фифларен. Готовы готовиться. Вот неясно, правда, насколько. Кстати, вот, по-моему, StarLadder чуть ли не единственная онлайн-лига, в которой они будут принимать участие. И за их матчами собираются посмотреть на технику. Вот посмотрим. Так, ну посмотри, готовится раскидка верхнего пунта. Постараются поляки поставить бомбу. Ну, давай смотреть, что из этого выйдет. Хороший блайнд залетел на Фрайберга. Но вот, к сожалению, для игрока с ником Innocent флешка была вроде бы кстати, но убить все равно не удалось. Гидрайт успел в секунду заметить
где кто, лут последний, мейн минус Фрайберг, попытка уйти, но он будет танцевать. Ну, довольно-таки неплохой эко получился. Бомбу поставили, забрали Фрайберга. Заработали денег и теперь будут закупаться в четвертом. Полноценный байм. 3-0. Нужно АВП будет ли? Не будет АВП у поляков, это плохо. А у защиты тоже никто не берет АВП. Вот ждал я от Фифларна этого прихода. Но, по-моему, Фифларн после прошлого соревновательного года всех этих тем на Хелты Ворге и вообще, впрочем, троллинге АВП вряд ли в руки будет брать на карте нюк. Ну, реально, вот в прошлом году, да, все так же осталось по позициям. Посмотрите, Гидрайт улица, Фрайбер как, Зис с ним, Фореста только нет. На, он играет рамп с Фифларном, но вот непонятно, как это связано и связаны ли они вообще. Ну, думаю, что в стеке в любом случае. Ну, в итоге, там, где Фифларн, обычно команда ищет какой-то проход. Я слышал не раз наших игроков, что через Фифларна многие пытаются проходить всегда. Но вот с Гидрайтом на улице будет проблема. Ой, ему даже Форест будет ассистировать еще из длинного в аркаде. Жестоко могут ему попасть, если пойдут улицу, но идут пока что на радио, на отсидку, раскидочку инсайда. Смотри, что происходит на улице. Ковальский в одиночку контролирует просто поджим с улицы, а вот четверка остальных игроков команды МИМ старается что-то придумать на рампах, скорее всего, или где это будет? Так, закидывают улицу и попробуют сейчас запустить, по-моему, Ковальского, и будет, да, будет раскидка. Раскидка, Ковальский будет запирать, ну, в общем, на фиаско сейчас напрашиваются мумы. По факту Днепры уже готовы, Гзист просто, Гзиста уже чешется, он уже знает, что будет выход с будки, по нему пропускает две флешки и первого Иноцента принимает спокойно, суппортит двери, лут дает размен, но дальнейший выход с будки закрывает Фрайберг и перекрестный огонь, реакция Фрайберг, вот это просто. Да, неплохая вертушка залетела от Фрайберга, три минусового исполнения и байраунд от команды Meet Your Makers рассыпается просто за считанные секунды. А, извиняюсь, мое горло просто с ума сошло после вот этих вот суперфрагов от Фрайберга, который вообще на уровне остался на позиции и просто спокойно развернулся и задал жару в щи. Так, но это не мешает продолжать закупаться полякам. На этот раз попытаются пройти по улице и давай смотреть, что выйдет из этого. Ну тут можно сразу, наверное, смотреть за Линдбергом. Нет, он даже не играет нижний сейчас. Улица будет, по-моему, пропущена вообще спокойно. Ну, да. Смотри, что делает Гитрайт с девяточки. Просто нашивает дым, как видим, по игрокам команды Meet Your Makers. Не попадает, и поляки успешно проходят вниз. Ну играют на Фрайберга, Фрайберг запер длинный, инфа прошла, Форест будет ждать в пункте до последнего. Миниск минус Гзист. И важный момент за Форестом. Именно этот парень должен собирать выход на закрытый. По-моему, знают мумы то, что, скорее всего, уже была перетяжка. Но они это должны понимать по таймингу, как минимум. Так, ну и смотри, вот захалдились поляки, делают все очень грамотно. Мини-сизик на рампах пытается подловить еще одного игрока до этого, свою Гзиста на верхнем пункте. Ну, тут халявы уже не будет, и Миниск, по-моему, будет запирать и ловить хелпуса. Единственное, что спасает пока что мим вот на 40-й секунде, то, что они реально в преимуществе. Еще можно с разменом как-то смотри, пробиться. Смотри, куда вышел мини-сизек. Выходит на верхний плент и будет ли минус? Нет, не забирает Гитрайта. Ну, а тем временем его звено напарное не смогло продвинуться в плент. Форест разыгрался в точке. Ну и контроль пытается дать по мячу 2 в 2. Ну, короче, поляки обломались сейчас с атакой. Лурт ошибается в каналке, идет, не видит. И Гитрайт пользуется ситуацией. Надирает его просто за все. Ну, это, короче, это называется в салат. Ну, виноваты сами поляки. Вот мини-сизик, вышедший на верхний план. Не знаю, рисковал, конечно, но отдался, по-моему, зря. Форест сделал ключевые минусы, выбил бомбу, дал информацию. Тиммейты притянулись и без шансов взяли 5-й раунд. Эпичный гуд просто продолжается на фоне. Ребят, извините, не знаю, в чем же там проблема с этим гудком, но, короче, мы пытаемся его свести на минимум, чтобы вы не слышали этого гула. К сожалению, гарнитурки пока такие. 5-0. Так, ну на улице с экшена все начинается снова. На этот раз побыстрее сыграл Ковальский с Лурдом, но вот вряд ли у него получится здесь дальше пройти. Боятся Гидрайта старину. Старина Гидрайт играет с мейна. Посмотрите, улицу уже никто не смотрит, но мим напуганы. Мечу минус Фрайберг. Хороший опен. Очень сложный фраг был сейчас на плинте сделан поляками, но пока не реализуют его. Ну вот смотри, второй раз удается польской команде сделать open фраг, находятся парни в большинстве, осталось его реализовать. Смогут ли сделать это парни? Ну давай посмотрим, что же будет происходить дальше. Пока абсолютный холд и ничего интересного на карте не происходит. Так, у Игоря что-то произошло, он в экстренном режиме покинул студию, поэтому буду переключать и наблюдать все с его компьютера, будет не совсем удобно. Или все-таки доверимся автодиректору. Так.
Автодиректор, приди. Нам нужна твоя помощь. Ну и давайте смотреть. Что же будут делать игроки команды Meet Your Makers? Ну, вроде бы решительно настроены выйти на верхний плент. И там их встречает как минимум три игрока. Один в пристройке, один над выходом с дверью. Ну и просто без шансов все заканчивается для поляков. 4 минуса в исполнении команды Мим. И последний мяч лезет на маяк. Форест без шансов. 6-0. И НИПы продолжают доминировать. Полностью доминировать над командой Meet Your Makers. Так, неужели поляки будут продолжать закупаться? Ну вот, по-моему, наконец-то решились парни сделать экономически и будут сливать. Да, еще один подарочек для шведов. И пока нет никаких перспектив для первого раунда. Может, случайно сейчас как-то с нулем смогут сделать? Мумы, в принципе, два пистолета есть. Остальные по 250 купили. Ковальский тушит. И пока некого тушить. Все, Гидрайт, по-моему, всех слышал. Так, ну опять-таки, у меня есть язык, выходит на верхний плент, на этот раз Гзист все это дело пресекает. И самое интересное, в трубах у нас намечает. Так, ну вот не лезут на Фрайберга, мы знают, что выйдет, в итоге дожидаются просто мести от Гидрайта, который заходит в спину. Спокойно на шифте, вот именно этого стоило бояться. Помню, как Астана Дрэгонс или Virtus.pro даже, помню, как ошибались, вот когда проходили улицу против Гетра. Ожидали то, что он будет стреляться, он просто стоял от трубы и ждал, когда вы впятером спуститесь в длинный. В итоге по этим звукам спокойно шел по пятам. Ну вот сейчас было то же самое, только у поляков было эко. Миниск берет АВП, ой-ой-ой, попахивает, да, жареным. Наконец-то придумали какой-то раунд со снайперской винтовкой поляки. Ну и давай смотреть, попытка отстрелить кого-то в двери. А, ну Гидрайт хотят словить на ангаре, знаю, что он там занимает. Вот в этом раунде не пошел Гидрайт туда, как назло, для мумов остался на девятке. И АВП в итоге бесполезно. Миниск может его реализовать либо на рампах, либо на улице. Будка вся в дыму, плент выцепить тоже не получится. Закрыто будут играть НИПы. Позиция Фореста вообще просто пугает. Это надо же так встать, вот. Да, посмотри, НИПы полностью практически отдают улицу, только Гидрайт с маяка контролирует проход в длинный, а так, в принципе, все чисто. Фрайберг, есть open фраг. Опять-таки же забирают мини-свисы. Так, попытка нашить фифлара на Атынацента. Ну, ответил тем же. Вот в аркаду в будке сейчас не успели подловить мумы, и это уже ошибка Иноцента. Могли сделать бесплатный фраг из ситуации 4 в 4. Вот, кстати, купленная АВП не реализовалась. Минус 5000 просто. И что дальше делать без миниска, непонятно. Просто тупо холд от мим. Ковальский улица. И ему здесь никто не составляет даже никакой конкуренции. Просто на него забили. А вот Лурду удалось пройти под 9, и самое главное, что НИП настолько закрыто стоят, что даже не боятся этого варианта развития событий. В итоге залезает в девятку, должен был быть бесплатный минус до Гидрайта, но он застал его врасплох. Раскидывает А, второй кнопкой мышки, падает флешка, и выход на Фрайберга. Тот справляется с ситуацией, еще вдобавок ко всему убивает будку. У него остается 32 хп, но закрыли. 2 в 2. Ковальский минус Форест. Ну и остается господин Полезняшка, который, соответственно, играет как Полезняшка, и 7-1. Что-то как-то жестко. Ну, знаешь, получился спонтанный раунд для поляков. Да. Ничего не предвещало беды для НИПов, и бах, и это взяли. Какой-то бред бредом. Там вроде на девятке стоит, ждет. Как Гидрайт умирает в руке с гранатой, я просто в шоке. Но это все лурт. Это все лурт, он наказал. Если бы не... Ну, вот ему могли не дать два раза пройти по 9, а когда уже на карте увидел, я не понял, как Гидрайт такого пропустил вообще. Так, ну вот смотри, поляки частенько заведовали на улицу, и Гидрайт нашел свое оружие, и бах, не попался в УП. Два промаха, поляки беспрепятственно проходят на нижний плент. Нацент уже нырнул в длинный, идет Фрайберг. Вот это хае просто от бога, и ноги Фрайберг. Вот как это же... просто, что ж делает этот пухлик? Это просто пухлик раздал. Что произошло? После первого игрока Фрайберг остался красным. 19 хп! И после этого упало еще три. Три поляка. Unstoppable просто от Фрайберга. Ну это жесть. Это так... Вот раньше так делал только Гидрайт. Теперь еще и Фрайберг нарисовался. Короче, Meet Your Makers терпит, друзья, терпит. А польские, наверное, болельщики команды были очень уверены в сегодняшних. Уверенной игре и в победе, соответственно. Но вот пока как-то не идет у ребят. Тут нужно уже стакан отчаяния доставать сейчас и за мум просто топить в него, потому что, ну, кажется мне, что парни уже морально начинают терпеть. Вот после такого, как с Фрайбергом, когда 4 человека не могут разменять одного, это диагноз бот и на эту игру точно. Так, вот на рампах удалось полякам забрать Варана, но здесь дядя Форест решает все вопросы.
Здесь заходит в спину, забирает на сент, 9-1, и очередной раунд в копилку команды НИП. Ну вот Мум пока своей мотивации не показывают. Вообще странно. На самом деле они расстроены, парни, потому что не смогли взять квоту все-таки в Катовицу. Увидели это противостояние, где они уступили Альтернейт. Вообще просто не по шансам была игра. Альтернейт выиграли буквально случайно. И реально вот со следующим соперником на отборочных Катовицу могли побороться только Мумы. А вот Альтернейт взяли и подсдулись. Парного сопротивления у них не было. В итоге ни та, ни другая команда не поехала в Катовицу, так, а Мумы... Так, смотри, что делают поляки. Быстрый выход рампы. Но тут также Светларен наказать должен просто. Ну, не справляется с иноцентом. Хорошая реакция. Форсы просто сбрили на хлупе моментально. И все, раунд не пошел. Ну, смотри, выход на вилку уже плохо. Там Фрайберг. Сам Фрайберг. Есть первый минус, забирает иноцента. Продолжает поляки почему-то выходить по одному. Ну, Да, дискотека и Фрайберг. Зист, ого. Ну, тут... В трубу спускается мини-сисок, забирает диста, ситуация 1-2, и Фрайберг есть третий минус в этом раунде, 10-1, и продолжается разгром польской команды. Я уже просто вижу, что Гидрайт бегает как пришелец, просто ему не дают ни сделать ни фрага, ничего, он старается, но фрагов-то нету. Ну знаешь, вот эта аркада, это уже, по-моему, был момент отчаяния для поляков, и вот, по-моему, парни не знают, как скрывать защитные... ряды команды НИП. Ну, там все железно. Надо раскидывать, железно. Они еще ни разу не раскинули нормально. Вся раскидка, которая была, НИП от нее просто отворачивается. Вот согласись, тот раунд, который взяли, это полный рандом и действительно подарок. Подарок судьбы для команды НИП. Ну да, и закрепиться-то все равно не могут в счете. Ну, там было действительно все случайно, как Лурс пробрался. Не, вот после раунда с Фрайбергом, где они вчетвером не задавили парня с 19 хп, попахивает реально диагнозом бот. И, по-моему, вот хорошо раскидали Фифларна. Почему стоит за ящиком, непонятно. Но, тем не менее, серия фрагов на улице не в пользу поляков, и все очень мрачно, потому что еще и мячу в радио отвалился. Ну все, миниски у АВП, ого, нет, сбрил Гидрайт Авик. Ну, можно попробовать посейвить, наверное, в такой ситуации, но идет обратно, идет ловить аркаду на инсайде, которой нет. Пытается себя обезопасить. Бомба лежит, кстати, от респауна, поэтому 50 секунд у него еще есть. И на самом деле, если убивает А, можно один в два разыгрывать спокойно на бомбе, но вот... Судя по его действиям, он ищет смерти. Смотри, заходит в будку, Кзис. Будет ли минус? Нет. Минус-сисок делает третий минус в этом раунде и претендует на эйс. Так, ну что ж, остается только угадать с бомбой немного, да? 30 секунд есть. Это либо улица низ, либо выход на ап. Ну, на апе есть Фрайберг, есть Форест. Они будут держаться вместе, вряд ли будут отдавать. Да, вот очень правильно действуют шведы. Остаются вместе. Форест контролирует заход в будку и спокойно забирает минус-сисок. 11-1. И еще один бай ожидает команду Mid Germany. Статистика матча пока мрачная для Мима. На цен 3-12, 6-12 мини-сисек мячу. 4-11, 6-11 Лурд, Ковальский 5-11. Ну, поднабрал еще и MVP у него удалось заполучить. А вот с остальным как быть пока непонятно. На самом деле все идет по плану. По плану, по крайней мере, букмекерской конторы и Gaming Bet. Знаешь, все идет по плану команды НИП, скорее всего. Ну них... да, но они повдавали 1-1 на команду НИП. 5-3 или что-то в этом роде. Короче... Вот это поворот, сказал мини-сисик, когда получил в лоб с плетки на рампах. Это жесть. Слушай, или видел его? Прям видел его, Гзист. Вообще все делается настолько банально, не память. Гидрайт уже не знает, как сесть на улицу, чтобы его заметили, потому что команда мимо его минует проходами на рампы и не радует сейчас этого игрока своим присутствием на его позиции. Попытка разменять мячу, Фифларн минус иноцент. Вернее, от мячу надо было брать. Вилку снова поляки занимают. Все те же самые позиции. Есть проходящий по длинному. Лурд взрывает. Ну, опять-таки же, посмотри, Гидрайт действует точно так же. Просто под шифтом заходит в спину оставшемуся поляку. А ну, хотя, Ковальский, нет, там Фрайберг отрезал Ковальского спокойно. Он понимал, что это будет сплит. Кстати, роль Фрайберга, как я понял, быстро суппортить и перекрывать длинный. Ну, в итоге поляки испугались идти на закрытый, понимая, что времени потеряли много, и там уже хлупа, скорее всего, пришла. И попробовали разыграть ап. Это закончилось, как видите, простым фрагом от Фореста. Лурд его даже не видел. Ну и бедняга мячу будет искать сейчас. Ну это его звездный час. Если он берет 1 в 4, ему должны точно поднять зарплату, я уж уверен. Но, по-моему, вот в этой ситуации он тут даже бы 1 на 1, наверное, не закрыл. Вот это. Вот ты открываешь дверь, а тут стоит Гидрайт. Что делать? 12-1. У Мидьюмейкерс проблемы с тимплеем, проблемы с картой нюк. И вообще проблемы начинаются в рамках SLTV Star Series. Очки же ведь будут проигрывать. А это плохо. Это плохо. Турнирное положение, кстати, пока интересное вообще за пару матчей, которые сыграли команды на последнем месте ASD, на первом LDLC, вторые Virtus.pro. Вот так вот. Но это пока только начало. Самое интересное мы будем наблюдать где-то в середине сезона.
там уже будут вырисовываться кое-какие очертания финалистов. И мы будем делать интересный прогноз. Так, Гидрайт, и сейчас будет анал Domination от Гетра, да, вот он. Но нет, мячу закрыл, слава богу. Тем не менее, Фрайберг сейчас должен будет помогать и опять разменивается. Ой, ну вот первый раз поляки сыграли на 3 в 3 при агрессивной атаке. Это уже радует, это показывает то, что они разыграны. Но что они будут делать с мини-сисиком, у которого АВП? Тут нужно чейнджить девайс как можно скорее. Помогать тиммейтам. Поляки раскидывают. Едва не ошибается Фифларен. Но, тем не менее, с Форестом на пару, по-моему, будут сейчас выходить с вилки и стрич. Думаю, то, что бомба, но это не бомба. Форест. Минус Ковальский. Ну, вот слишком долго думают мумы, боясь выйти на закрытый. Шведы действуют парами. Почему вот точно так же не действуют поляки, непонятно. Вот два игрока находились в воздухе, могли выцеливать кого-то вот на вилке, но нет. Ну смотри, мини-сисик убил ас, сапа залез в маяк, застал врасплох поджимающего. В итоге нипы перетягиваются под дверь. Мини-сисик уже справа на двери. И Форест выходит, не видит его, в итоге бум. Ну вот не ожидал Форест такого поворота событий. Мини-сисик заходит в будку, но здесь все под контролем. Фифларена забирает поляка. Не знает то, что мячу в пункте, а. Ой, после флешки точно слышал, после прострела знает где. Ну, 11 пуль. Игра от прострела. 100 хп против 29. Раскидка флешками. Мячу белый уходит за будку, понимает это Фифларен. Ну и деф-бомба плюс гранат, наверное, будет. Нет, просто фраг. Просто фраг 22. Мячу разыграл этот раунд. Контролировал все действия своего оппонента, знал, где он находится, и поставил отличный хедшот. 12-2. Координатор команды Мим победил. Если бы мини-сисик не полез в девятку, а незамедлительно попытался бы помочь на вилке, его бы разорвали. Вот именно такой один маневр, возможно, спас все лицо команды Meet Your Makers. Смогли взять два, может, будет и третий. Но этого мало, опять-таки, для первой половины. И даже если они будут играть расслабленно, то хрен его пойми, чем оно закончится во второй. Прием. Кстати, вот знаешь, что произошло? Вот когда потеряли мы карту кэш, команды начали очень часто играть карту ню. Как минимум в 4 игр уже было 2 нюка, сейчас видим 3. Я думаю, сегодня так же будет еще один нюк, как минимум. Но это рабочая карта каждой команды, поэтому почему бы и нет? Вообще 5 карт это, в принципе, для соревнований достаточно. Понятно, что... иногда интересно, чтобы карты какие-то добавлялись. Например, я считаю, что карты должны меняться от зимнего сезона к летнему. Чтобы, например, какой-нибудь на большой лиге, если бы она была там с миллионом призовых, да, на летнем сезоне игрались бы там кэши всякие, там миражи и прочий бред, а на зимнем бы игрались нюки, трейны и все дефолтное. Было бы прекрасно. Это просто облегчает пик. Ну, в общем-то, лурд последний, и господин Цибульский падает. 13-2. 13-2 счет первой половины. Очень плохо сыграли Мим. Я ожидал большего. Статистика на ваших экранах. Фрайберг в первой половине настрелял 20 фрагов, 42 очка набрал. Швед, ну и кто же лучший игрок команды Мим? Ковальский. 7 фрагов, 7 ассистов, 14 смертей, 24 очка. Вот такой вот лучший игрок. Вообще Фифларен самый суровый просто. 9 на 7, 2. Он сыграл почти как Ковальский, только чутка получше и за сильную сторону. Да, ну вот посмотрим, удастся ли мимам взять пистолеточку и навязать хоть какую-то борьбу своим оппонентам во второй половине. Хотелось бы, конечно, это увидеть, но это будет очень непросто. Ну что ж, смотрим. 4 секунды. Не вылетит ли кто-то у поляков? Не возьмут ли они тайм-аут какой-нибудь внезапный? Это, знаете, эти парни могут. Пока, кстати, расписание перед вами на экранах, пока идет фристайм. Сегодня после матча Meet Your Makers Ниндзя в пижамах будем смотреть за встречи Miami Game Pub, LDLC Титаны. Ну и на десерт вот французский колобашек Clan Mystical LDLC. Сегодня станет понятно, кто во Франции круче всех и кого же будет ждать несомненная серия побед. Так, 13-2 они потакуют. Вот за этим интересно смотреть. Фларен, дуэлянт. Да, в дуэльку по улице, остальные с инсайда и медленное выжидание от них. В общем, ничего экстраординарного не происходит, обычный холд. С нуля вот Meet Your Makers решились на агрессию, и вот на ней же ошибается мини-сисик. Спасти бы ситуацию смогли второй, третий поджимающие, но быстрого размена поляки искать не стали. В итоге отдали вилку, мячу принимает, улица уже прошла, Фифларен там, мячу. Вау, Мичу, что творит? Выходит за третьим, не видит третьего, но вот он гзист. 3 в 3, есть все шансы на эту бомбу для НИП. Ну знаешь, ошибка поляков то, что... Вторая граната минус в пленте. Вижу, да. Дальше непонятно зачем. Гзиз, 2 минуса и ну, уже лурд. 1 против 2. То, что Гзиз 2 минуса, это ладно. То, что он 2 гранаты кидал, это уже
это уже, конечно же, ололо. И вот он, в принципе, 14 раунд для нипов. Ну, короче, папы разобрали сейчас малышей. Вот все, что можно сказать. Ну, знаешь, ошибка опять-таки же была от Мичела. Он сделал два отличных фрага. Его прикрывали тиммейты из труп, с плента. Надо было просто не высовываться. Но Мичу почувствовал силу, ворвался, получил в голову. Ну и после этого мы проиграли раунд. Ну, по-моему, если уж искать ошибку, то изначально поджим в одного игрока на рампах — это уже фейл. Без флешки, без всего, просто на шифте пошел на наглость. А вот сейчас может на апленте повезти, если сыграет позиция на лохе. Да, есть позиция на лохе, мы играют великолепно и спокойненько принимают весь этот экшен. Так, Зиист один раз троих сделал уже, кстати, 3 минуса в этом раунде. Еще 42 с него снесли. Так, ну и Мичу вместе с мини-сисиком против Гзиста. Ну вот Гзист сильный на самом деле клатч игрок, поэтому будут проблемы. А с учетом того, что... Не, Мичу все еще на улице. Гзист пока что играет в свой КС. Он не знает, где второй, понимая то, что скорее всего сейчас будет обход в спину. Так, мини-сисик увидел то, что скользнул от него Гзист и... Да, я просто пошел в трубы. Ну вот интересно, чем же все закончится в этом раунде? Эпопейный поход в магазин на шифте. Ну вот если пойдет на верхний плент товарищ Гзист, то здесь провал. И в принципе провал уже и здесь его ожидает. Да. Очень четко сыграл с мини-систик, заметил проходящего в длинный Гзиста, поджал под трубу, ну и собственно закрыли выход на все пленты игроки команды Mighty Mercs и взяли экономический. Ну, вот Гзист подумал, наверное, то, что все-таки второй будет заходить на него с улицы, поэтому испугался, пошел проверять не в самое время, как вы видели, вот этот вот размен. Один ушел налево, второй пошел за ним. В итоге вы это все видели, получилось глупо, но в итоге не поддают раунд. Ну, поляки показали то, что на самом деле, если бы начинали за защиту, они бы смогли и доминировать, но, к сожалению, сайдпик они проиграли. Ну и эко-раунд от команды НИП особо сильно не парятся. Так, бомба сразу же падает на мейне. Привет, Лурд, говорит Фрайберг. И 4 в 2. Гзист плюс Форест. Ну вот я думаю, что Форест сейчас кого-то накажет. Давайте за ним смотреть. Лингберг уже просочился просто на закрытый. Пойдет на вилку. Наверное, его аплан слышал по-любому. И на вилке никого. Вот так вот. Форест, сиди один. Тусуйся, сколько влезет. Бомба да, все равно... начинаются просто какие-то похождения по карте. Замечают Мичу, попадают с первой же пули в голову. Опасненько, опасненько. Сколько шармора снес? Ну, 20 армора снесся, это тут по телу просто залетело. Ковальский. Ну, запрет Фореста, да. О, слава богу. Им сейчас могут вздохнуть с облегчением. 4 раунда своих они берут. Ну, вот 4 раунда, которые были нужны в первой половине просто, как вода, не знаю. Или, не знаю, как воздух утопающему. Они берут их благодаря эко и вообще второй половине, а вот что дальше будет уже непонятно. Вариантов развития событий тут множество. Да, вот осталось только догадываться, сколько же сил у команды Midgear Maker, сколько парни смогут противостоять грозным шведам за защиту. И сколько смогут останавливать вот такие вот интересные атаки от команды НИП. Кстати, зеркалка по позициям. Вот. Ого, мениска закрыли. Просто на ноге Фифуарен врывается в длинный, забирает мениска. Ковальский даже не выходит в суппорт. Укрепили поляки улицу на троих. Но зачем? Зачем, если вы пропускаете парней? Ну, в итоге мимо не ищут легких путей. Еще будет выбивание, скорее всего, нижнего плента. Еще даже непонятно, как звено пода сыграет. Хотя пока рано делать выводы. Еще минута целая до конца раунда. И у Непов здесь, по-моему, есть свои мысли. Смотри, поляки не спешат никуда перетягиваться. Два игрока команды НИП находятся на нижнем пленте и готовы занимать эту позицию. Но вот бомбу надо туда донести. Инасент забирает Фрайберга в двери. Немного выравнивает ситуацию поляки. Так, ну и куда же пойдут шведы? Форест, минус Ковальский. Ну вот здесь уже на втором чеке просто шведы знают, где находится польская команда, понимают, что те не угадали. Ну, выход с вилки закроет, по-моему, вообще изи. Тут тем более, что все ждется на стрельбу. Ой-ой-ой, как не пам будет, ой, мам будет больно. Мечу. Выровнял немного ситуацию. Хорошо сыграли в плент, но Форест в каналке все-таки решает. 2 в 2. Ну вот все решил Гитрайт, который заходит в спину. Гитрайт, есть минус, забирает лута и должен забирать Мичу. Да, вообще спокойно, уверенно. 15-4. Ну и шведам остается взять одно очко, собственно говоря, до грандиозной победы. Это первый матч шведской команды НИП в этом сезоне, поэтому... Им, наверное, зачтется от фанатов, так как сыграли
сыграли, не подвели. А вот не то, что некоторые, как кто-нибудь бы сказал. Так, ну посмотри, поляки будут бороться, будут пытаться сыграть на ничью в этом матче. Есть даже АВП у мини-сисыка, ну и посмотрим, как им восходит. Ковальский на улице дает голову Фрайбергу, но не забирает. Ну смотрим, как Лурт разыграет, вот он явно сейчас жаждет ярких фрагов. Посмотрим, будут ли они, его ждут на голову, в него залетает флешка, ну фулл контроль от НИП. В такой сложной ситуации на самом-то деле. Постоянно дергают Ковальского. Лут наконец-то занял удобную позицию, но атака не идет на него. Ого, Ковальский минус Форест. Тоже неплохо. Изолируется Лурт. Ну, шведы, тем не менее, дали размены. Бомбу забрал Лурт. И вот сейчас 3 в 3. Понимание такое, если мим... Опа! А вот это вот уже плохо. Да, это очень плохо. Кзит пробрался под маяк, забирает Мичу. Лурт тем временем... Разменял своего тиммейта на Фрайберга внизу. И фигня в итоге... вся в том, что Фрайберг шел уже на него в спину, а у Лурда была инфа. И вот если бы у Фрайберга было хп побольше, полякам сдали бы проблемы. Выход мейн, ну не ловит гидрайт тайминг. Такое бывает очень редко. А вот Гзист удается занять девятку, при том, что... Он... Кстати, четко задергал своего оппонента, не дал ему нормально попасть. И в итоге, что из этого выйдет? Давай смотреть. Лурд красный попробует залезть в 9. Гзист знает о нем. Минус Лурд. Вот это чтение игры, просто видит игрока за кабиной, спрей, и на цент попадает в голову. 52, 15, 5. Ну, короче, борются поляки, но для них игра уже по факту проиграна. Они понимают то, что если выиграли ножи, то взяли бы больше. В любом случае, если вы берете уж 9 там в первой хотя бы, то потом играется немного полегче. Ну, знаешь, вот сейчас как раз-таки шанс для команды МИМ показать, что у них есть характер и бойцовские качества. Что вот из такой вот непростой ситуации, а именно после счета 15-4, можно выкарабкаться. Если парни это сделают, то это будет действительно круто. Как раунд у команды МИМ. Слушай, опять вот ложатся такие нестандартные дымы от НИПов. Прям радует глаз на самом деле. Очень ловко пытаются играть с прорывом на бомбу, но, к сожалению, перекрестный огонь все-таки за мумами, 15-6. Ну, сколько еще простоят сейчас поляки, вот. Сейчас хоп, и 15-15, это для Лурда будет явно достижение просто космическое. Ну, мне так кажется, по крайней мере, не знаю, как вам, уважаемые зрители. Так, ну вот что-то не наблюдаю я АВП у команды МУМ, хотя уже давно пора было понять, что можно с девятки его юзать. Вот у парней по-прежнему проблемы с деньгами. Посмотри, вот после взятого раунда там не так уж много денег. Так что не могут себе позволить поляки закупаться снайперскими винтовками и продолжают оставаться с автоматическими девайсами. Так, Лурт опять сыграл на длинный. На своей позиции. По-моему, его сейчас просто будут ловить. Ай-яй-яй. Попадает в голову Фифуар, но уйдет Фифуар. Нет, забирает вместо Фореста, и еще красный остается Фифуар. Ну это вот атака без гранат. Атака без гранат, и НИП сразу же потерялись. Тем не менее, рампы занял Гидрайт. Есть опасный Экзист, есть Фрайберг все еще живой, который... Ой-ой-ой, вот это, конечно, он сейчас поймал на цента, но Лурд, слава богу, оказался в нужное время в нужном месте и закрыл спокойно. Так, вот сейчас все будет зависеть от Газиста. Да, Газист уверенно забирает мини-сисика. Ситуация 3 в 3. Посмотри, есть проблемы по хлусбарам у обеих команд. Так, Газист раскидывает. А, играет против двери, но у тебя стоит еще один игрок защиты. Ковальский становится красный, пытается отспрейться. На него падает бомба и закрыли. Закрыли благодаря Лурду. 3x2 сыграли Лурд и Ковальский. Вот если бы не поджим Лурда в начале раунда, все было бы очень-очень печально. И звено по улице могло бы без разбора пройти длинный и запереть защиту на Б. Так, ну и еще один эко-раунд у команды НИП. Все-таки поняли шведы, что с таким вот слабеньким баем не просто взять раунд у команды Meet Your Makers, и надо слить, спокойно закупиться и взять этот один недостающий раунд до победы. Так, в этом раунде уже есть open фраг мини-сисок на улице, забирает Фифуар, но продолжает разбираться с командой НИП. Прям даже их не дразнит, а просто уничтожает. Мичу. Вот Макрону забирает оставшихся двоих игроков. НИПов, и счет становится 15-8. Он еще в таком темпе это сделал. Мне на секунду показалось, что этот парень думает, ну вот если бы мы начинали за КТ, если бы мы начинали за КТ, было бы все лучше. Не, ну видно, что игра строится за защиту, но опять же, атака
Атака бы решала в любом случае все, и здесь как бы... Ну вот знаешь, тут как не скажи. Мне кажется, если бы Непы начинали в атаке, и они же взяли пистолет на раунд. Просто почувствовали уже какую-то расслабленность, побежали в аркаду, отдали эко, и после этого только начались успехи команды МИМ. Но в любом случае, если там считать невзятые раунды и каков недобор, мне кажется, у МИМ большая проблема с игрой за атаку. Да, очень большая. И вот шведы, если бы начали в атаке, то, я думаю, набрали бы как минимум 5-6 точно. Поставлена пауза? Нет, вроде бы все нормально. Сняли с паузы. Игра. Так, но пауза все равно была, но ненадолго. Так, Фифларн минус Ковальский, 4 в 4. Лурд не знает, что ему делать, идти с Миниском улицу или все-таки суппортить А. Оставляет Миниска одного без размена, Фифларн. Вот это граната и... Жесть, жесть. Миниск спалил позицию, но Фифларн теперь будет играть аккуратно. Так, ну посмотри, что делают Непы. Уже вышли на рампы. Ай-яй-яй, как сыграл Миниск. Он увидел то, что под 9 зашел. Сейчас Форест. Вот, в принципе, контролируют всю карту Мимы, но очень-очень непростая ситуация. Мне интересно, как сейчас Миниск сыграет. Заметит ли он Фифларна? Да, заметил Фифларна. Фуф, слава богу. Мичу на нижнем бунте забирает Фрайберга, также минусует Фореста. Мичу! Остается Гидрайт 1 в 3. 30 секунд есть. Но уже в каналках есть суппорт, и его будут, естественно, сейчас напрягать по максимуму. Уходит от прокида флешек. Ну, знаешь, вот этот парень неоднократно брал вот такие вот раунды, особенно на последних минутах, можно так сказать. И посмотрим, что будет на этот раз. Ну, здесь подловить не получилось. Из трех сторон Гидрайта защемили, несмотря ни на что. Он Миниску все равно отвешивает пачку на вилку. Это 15-9. Митью Мейкерс. Вот теперь уже точно, можно сказать, наступает потихонечку на пятки. Ну и у них полевое решение сыграть на 4-4 бай. Будет, наверное, быстрый раунд. Есть один достаточно неплохой респаун у Фрайберга. Давайте смотреть за ним. Хотя НИП это та команда, которая предпочитает заранее готовый расклад. Поэтому вряд ли будет что-то быстрое. Но так, будем надеяться. На 25-м раунде почему-то поляки остаются в меньшинстве. Или мы не видим игрока, который не прорисовался. Или действительно Мимы будут играть вчетвером этот раунд. Да, вчетвером. Но почему они не поставили паузу, я так еще и не понял. Так, ну и посмотрите, шведы выходят на верхний плент, и на сент есть вернуть, играет Фореста, Фрайберг, моментальный размен. Ну и дальше продолжают с помощью разменов заходить. Непы, но у них есть преимущество в одного игрока. Ну да, 3 в 2 уже сыграли, как бы это проблема. Большая проблема для... И только заходит, Вурд спасет ли свою команду, Гитрай забирает Вурда, Ковальский один против двоих. Ну тут уже тяжело, меняет девайс. Не знают о том, что он сменил девайс. В итоге выходит в пленте Фифларен. И Фифларен, ой-ой-ой. Вот это уровень. Как Фифларен сфейлил сейчас, просто по-страшному. Но тут не знали мы то, что будет change девайс. И на девятке есть кольт. Это спасло, это явно стояли спасло. Стояли все-таки поляки этот раунд в меньшинстве. За что им отдельный респект и уважуха. Продолжаем смотреть этот матч. Обещает он быть дальше интересным. Так, ну что же, остается всего лишь 5 матчпоинтов у команды НИП. Которые, ну эти 5 матчпоинтов можно спокойно вытащить, если постараться и сыграть 15-15. Свой, в принципе, первый или второй матч будет в ничью уже полегче. Просто полегче. Ну слушай, мы собрались, вчетвером потащили, это на самом деле радует. Я думал, что раскляется, но несмотря на это, они ровно достаточно. Все-таки есть характер у этой команды, и это не может не радовать. Надо было им Нюк играть на отборочных с ЕМС, тогда бы точно потащили, может даже квоту взяли, но... Кстати, вот мы не отмечали, но команда НИП, так же как и Майам Гейминг, проходили через про-серию и пробились именно в Стар. Ну, предварительно, перед тем, как играть про-серию, Лурд изрядно поныл на своей фейсбук-страничке, обвинил меня в том, что я такой-то, и вообще, почему у нас играет Овердрайв, а не он, и... Потом он понял, что ты тут ни при чем. Но потом он понял, да, что слезы лить глупо, а надо доказывать в бою. В итоге про серию парни взяли. Так, посмотри. Нипы заходит на нижний плент разменом 2 в 1. Продолжаем. Шведы что-то придумывают. Гзиз забирает Мичу. Ну вот сейчас опасно перестрелился Фифларен. Но тут 3 в 2 и... Отыгрывает на цент 2 в 2. Есть такие шансы. Надо тащить. Минус загоняет плент на цент. Минус длинный Фифларен. Бомбу отдает уже второй раз, как я замечаю, вот ну, за знаешь, эту половину. Вообще не блещет. Вообще. Ну, сегодня не его день, наверное. Сегодня просто... Сегодня 14-17. Ну, значит, будет мало поцелуев, мало обнимашка. А вот у Гидрайта, судя по статистике, будет так себе поцелуев, так себе обнимашка. Так, ну чё, Гзиз попытается сейчас на капитанской воле взять этот матерый раунд. Ну, слишком мало времени у Гзиста. Слушай, по-моему, лишь... тут слишком жирно, чтобы забрать бомбу еще и забрать раунд. Так, ну посмотри, бомбу забрал.
Постарается ее поставить, но поляки сделать этого не дадут. Сисик вырывается из трубы и забирает Кзиста. Еще один матч-поинт отыгран командой Meet Your Makers. Тем временем болельщики польской команды уже начинают истреблять в чате команду НИП, особенно у нас. Так, ну вот знаешь, казалось бы, из такого обычного рядового матча НИПов, который должен был закончиться со счетом где-то 16-2, 16-3, 16-4, все это превращается в огромные проблемы. Для шведов, конечно. Так, инсайд. Атака инсайд, два рамп, один улица, и улица уже прошла. Фитларен начинает вне себя от ярости и в гневе просто аркадить мини-сисика. Ну вот опять действует агрессивно, получает кучу дэмэджа, при этом сам дэмэджа не наносит, и что? Ой-ой-ой, как ошибся Мичу сейчас, просто жесть. Ну хоть Ковальского ВВП может спасти как ситуацию. И не спасает ни хрена, пытаясь подстроиться с ВВП под Фореста, получает тупо в лоб. Это жесть. Так, 2 в 4. Ну и что же, будет ли очередной фантастический раунд команды Мим? Минасен, мини-сизык, что творят парни? 15-12, это жесть. Это воу, жесть, Мим тащит просто из последних сил. Это было просто круто. Какая-то невменяемая заруба от польской команды. Сколько уже клатчей взяли Мимы в меньшинстве? Что творят поляки? Неужели парни действительно настроены взять ничью в этом матче? Ну вот если брать такие раунды, то действительно они заслуживают одного очка, как минимум. Так, ну что ж, Глоки в исполнении ним. Так, надо смотреть за Ковальским. И привет, Фифларен, говорит Ковальский. На второй фазуму уже не хватает, а вот принять скалу было бы сейчас весьма кстати, ему если зачекает, будет респект. Да, минус Гзист, отлично, все. Ну, выбивание АВП. Но выбивание АВП хотели сыграть сейчас НИПы, Форс дергал. Второй пытался подкрасться, теперь уже не получится отойти. Так, подкинули Фрайберга, подкинули Гидрайта. В общем, вся банда падает в радио, и Форс последний гибнет от АВП. 15-13. Вау, вот это интрига. Вот если с первой половины реально отыграли лучше, взяли бы три, хотя бы гребаных 3-4 раунда, там не 2. Не, надо было брать 4 в идеале, то все было бы, оказывается, нормально у Мим. Тут надо рематч сделать, у них один вылетал, давайте рематч сделаем. Не, будет несправедливо, конечно же, но понятно, что защита сильная сторона, и у Мим было бы все намного лучше, если бы они начинали за нее. Так, опять-таки же какая-то мини-пауза или просто какое-то подвисание. Просто подвисание. Так, ну и посмотри, у Фореста АВП вот так вот решили бороться с Ковальским. Очень посмотрим, чем же все это закончится. Так, ну с Ковальским это одно, что делать потом с мейном, непонятно. Посмотри, раскидка Аплунта, Гидрайт выходит, жадно чекает у скрипа. Никого не нашел в упоре, позицию отдал игрок защиты. На улице по-прежнему без каких-либо успешных продвижений со стороны команды НИП, а вот польская пятерка пока уверена в том, что это будет АП. Ковальский перестроился на маяк. Так, и посмотри, как минимум я уже вижу два молотова в руках игроков команды МИМ. Да, я тоже два заметил и готовится. И вот сейчас что-то будет интересно. Если просто подпалят шведов, то это будет просто фантастика. Скорее всего, мне кажется, шведы вряд ли... Форест выигрывает дуэль на улице, забирает Ковальского с АВП. Шведы вряд ли полезут, они сыграют хитрее. Они, скорее всего, сейчас дернут на опен, раскидают и дождутся, когда игроки защиты поломятся. И в итоге вот она, первая ошибка от Гидрайта. Залетает просто без головы миниск, вообще на морозе, спокойно. И так же уверенно, нет, не забирает Фрайберг в двери. Фрайберг минус плайт, восьмерка еще живет, и в итоге здесь помогает забрать Лурда, ай-яй-яй-яй-яй. Ну, в одну секунду шведский НИП разваливает весь деф Meet Your Makers, ситуация 3 в 1, и Мичу должен сейчас просто за родину тащить. Если бы не было Фореста на маяке, этот раунд можно было бы тащить в теории, но Форест там находится. В итоге дают жить Мичу, посмотри, Форест не убил. Не попадает Форест в простую ситуацию с ВП, но Фифларен наконец-то собирается. Фифларен и ставит жирную точку в этом раунде. Счет 16-13 ГГ. Обеим командам поляки боролись до последнего. Ну и мы с вами увидимся после небольшой паузы и музыкальной в том числе. Raise your hand.